Всем привет, с вами Штопор. Мы продолжаем выживать в игре The Long Dark. Мы зашли в какое-то здание. Тут, скорее всего, это почта некая. Вот. Тут, по сути, ни черта нету. Вот, по-хорошему нам бы... Так, ножом там требуется. Надо найти нормальный дом с камином. Но, увы, насколько я понимаю, это нам не удастся. Так, здесь тепло относительно. Давай смотреть. Вот это съесть надо. И смотреть, где мы находимся. Мы находимся вот в этом здании, да? Туша здесь, туша здесь. Ну, логично, наверное, двигаться вот сюда. Попробовать залутать вот эту, но сейчас ночь. Сейчас ночь, и нам все-таки нужно поспать. Может быть, это будет моей ошибкой. Он сейчас проснется, да, от жажды. Давай вот это выпьем. Выпьем вот это, чтобы хотя бы с водой у нас нормально все было. И еще 3 часа поспать. Скорее всего, будем 50 на 50 искать. То есть 50% в этой женщине. Так, ну сейчас немножко голод утолить. Вы, я знаю, будете ругаться, что вот я такой-сякой. Так, вот видите, книга. Я бы мог ее не найти. Так, вот плохо. У меня есть монтировка. У меня есть топор. Почему я не могу разламывать вот эти вот все вещи? Сейчас главное не напороться на волка. Я на самом деле... крайне везучий в этом отношении. Так. Ну, идем искать эту тушу оленью, потому что другого выхода у нас нет. Волков убивать я сейчас не могу. Ох, у меня опять соседи бесятся. Только сел записывать и началось. Просто. Я не знаю, они там этот, по-моему, кастрюлями на лестничной клетке. Гремят. Так. Так, так. Ну это вот где-то вот здесь, наверху. Давай к вышке попробуем дойти. Может быть, это нам что-то и даст. Но это не точно. Это не точно. Блин, что он там творит? Вот я не знаю, вот манера какая-то у них непонятная. Это...
выходят на лестничную клетку, ну и начинают то что-то пилить, то, блин, молотком тут это по кастрюле всадит он. Так, тут есть зайцы. Зайцы есть, тут по ним еще попасть надо. Четыре килограмма, это хорошо. I'm gonna need to eat soon. Зайцы. All this gear is slowing me down. Блин, жрать тебе хочется, я понимаю. Ну, будем Тимофеевку жрать, что еще остается? Холодно, да, верю. Блин, заяц. Давай сходим к вышке, поставим там костер, если это возможно, конечно. I need to find food. А, да, поесть, поесть, я вижу, ты он задубел. Нам надо сейчас согреться, это в первую очередь. Это в первую очередь надо согреться, а возле вышки что-то должно добыть, в том числе и волки. Блин, а у меня сейчас не самое лучшее состояние. Ну ладно. Хочешь жрать, да? Так, радиовышка. Тут есть ящик. Интересный. That'll come in handy. О. Тут есть ящик. Это хорошо. Так, и тут есть трупак, да? Чё у тебя есть ножик? Это хорошо. Ножик, хороший ножик. И наконечник стрелы. Блин, что они делают там? Вообще. Что-то визг какой-то. Ладно, сейчас мясо хотя бы частично вот это вот отнесем. Нам надо по квестам сейчас разобраться, а дальше уже, как говорится, дело техники, скажем так.
Дальше будем уже изучать все, что можно. Вот здесь тем более кролики бегают. Можно и сюда вернуться. Ну, сейчас мы все равно не убьем, мы не успеем подойти. Мы не сможем подойти просто физически. Так, давай вот это вот съешь. Так. Блин, если на нас сейчас волк нападет, будет вообще херово. Он нас загрызет, вообще не напрягаясь. Потому что в схватке с волком теряется где-то в районе 80% ХП. То есть, ну, опять же, чем отбиваться от него. Отбиваться нам, по сути дела, кроме ножа и топора, нечем. Так, ну вон наш дом, конечная цель. Ох, блин, живот у него урчит. А я пугаюсь, что это волк. Но волк воет. Волк вот где-то вот с этой стороны. И воет он, наверное, из-за того, что он учуял меня. У меня мясо. Хотя вот здесь на меня они еще ни разу не нападали. Но все может быть. Все очень может быть. Так. Ну, и надо не забывать, мы работаем 50 на 50. Так, готовить печь. Я все-таки могу готовить здесь. Давай. Так. 1 килограмм. Так. Смотрим. 6. Вот это очень хорошо. Вот этого я не знал. Так. Разжечь огонь. Looks like it worked. Так. Ну. Не, давай. Так, добавить топливо. И нам нужно в первую очередь вот это приготовить. Вот это приготовить. Воды накипятить. Так, готовить травяной чай. Так, давай смотреть. Пить обязательно. Более эффективен отдых. Это хорошо. Так, 150 приготовлено, 880. Ну,
давай вот это вот скинем. Передать все. Банка кофе нам ничего не даст. Так. 31 минута. Давай. Книга 10 штук. Добавить. Сейчас от этого избавимся. Так, давай варить чай. И чем больше, тем лучше. Так. И топить снег. Нам надо литра 4 растопить. И прокипятить. Варить. Так, наготовить чаю. Чашка травяного чая. Так. Ладно, пусть будет холодная. Чай, по-моему, тоже дает определенный бонус. Даже не бонус, он утоляет немножко голод. Так, давай смотреть. 110, да? Давай выпьем. Так, горячий, холодный. Давай выпьем. Но он чуть-чуть, но дает все-таки какой-то буст. Пить. Так. Полена, палка. Добавить еще на неопределенное время. Так. Давай вот это приготовим. Может, мы сейчас чаем забустимся. Так. Потихоньку у него хпшки восстанавливаются. Так. Сейчас посмотрим, можно ли чаем это все дело заменить. Так, у нас здесь 6887. Да? 6887. Так, назад. Да, можно. Так. Итак, назад. 7,5. А мы сейчас как раз чаем это все дело и добьем. Так. Готовить. Потому что, ну, мясо искать вот так проблема. Волков до хрена, я уже заговариваюсь. Вот, а, ну, квест надо как-то выполнять. Ну, возможно, это баг, возможно, будете, как говорится, ругаться. Ну, я на самом деле не вижу ничего. Вот. Во всем этом, так как чай все-таки калории определенные дает. Так. И давай смотреть.
Так. Ну и давай последний чай. Назад. Задание мы выполнили. Так, нет. То тебе понадобится их помощь, чтобы пережить зиму. Дальше они тебя разочаруют. Говорил надежду. I'd like to hear what you know about my friend now. Friend? Yeah. She passed through. Some people heard her. In the storm. You already said that. Where did she go? She passed through town. Too many closed doors, broken houses. Nowhere to run, to hide. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Долгая зима. Так. Достижение. Давай смотреть. Так. 184. Шкура кролика. Так. Защита. Чует страх. Беззащитный, ну да. Кензи. В городе было ружье. Старый Генри Макдемонт. Когда-то служил в береговой охране. Он хранил сигнальный пистолет на всякий случай. Отлично. Вот, у меня есть два патрона для сигнального пистолета. Так. Генри всегда волновался, чтобы оружие не попало в руки детям. Так что найти его будет непросто. Угу. Так, а ну давай смотреть. Палка, повязка, консервный нож. Так, назад. Назад. А давай посмотрим. Мы же можем сделать повязки. Старый всячий мох. Так, начать делать. Шиповник. Что, он в темноте не может делать, что ли? Может, ткань. Давай заделаем. Что нам еще остается? Сейчас повязками. Немножко, как говорится, прокачаем репутацию. Тут у нас кузнечный горн, верстак. Ну, само собой, у нас доступа к этим вещам нету сейчас. Так, верю, спать хочешь. Ну, сейчас, терпи. Назад. Так, история. Доверие. Так, отдать предметы, повязка, 12, нам двух хватит, давай тебе десятку, передать, доверие плюс 50, назад, назад, так,
Вот это не очень хорошо. Надо будет на досуге посмотреть. В общем, что необходимо для того, чтобы... Я знаю, она должна... там рукавицы, по-моему, кроличий рецепт дать. Давай спать часов 8. Сейчас от голода проснется, скорее всего. Ну, конечно же. Конечно же, от голода. Давай пить. Так. Сон. И нам надо решать, куда мы пойдем. Так, у нас... Попробуйте поговорить с ней, когда она немного отдохнет. Так, отдохнет она, скорее всего, уже отдохнула. Давай поговорим с ней, посмотрим, где тут что есть. Так. Свет в ночи. Надо посмотреть. АЗС. Осадка. Тайники в Милтоне. Ну, будем смотреть. Сейчас надо будет... Так, да, вернулся. There were bad men who came from the tunnel. Your friend, the woman, she must have passed through there. Tunnel? The only way through the mountains. The only way she could have gone. Только туда, да? Grandmother wants to know what happened in the night. I heard the angry voices, the angry wind, but... Mystery. Go to the tunnel and tell me what you find. Так, буря. Так, люди не могут выйти из дома. Бывает и хуже. Хуже. Кругами умирают, не дойдя пары шагов до дома, даже если дверь прямо у них перед носом. Ну да. Слепан. Так, волки. Здесь много волков. Приходят волки. Так. Что-то другое. Дойдет обычный факел. Так, давай доверие. 184. Ну ладно. Нам все равно сейчас это нечем ей помочь. Нам надо зайти вот сюда, посмотреть. Свет в ночи, это пожар, скорее всего. Нам надо зайти скинуть шкуры. Кроликов как-то на это набить. Шкуры мы скинем в своем этом. Так, тут бродит волк. Это понятно. Так. Блин, реально страшно. Так, 39% тем временем у нас шкура высушилась. Так.
Бросить. Так. Вот это вот бросить все. Нам надо сейчас разгрузиться. По максимуму разгрузиться. Так, 88-70% это сюда. Это сюда. Туфли сюда. Наконечник стрелы. Ну, мы его не сможем использовать. Повязка из старого моха, поэтому мха. Моха, блин, вообще жесть. Так, ага, здесь уже забито все под завязку. Ну, давай вот это вот. Так. 11. Передать все. Вот это вот. Передать все. Так, здесь у нас, в принципе, по мелочам есть. Здесь. Вот это нам не нужно. Ну, может, две штучки возьмем. Повязка есть. Повязка есть. Так. Антибиотики. Передать все. Смотрим, что у нас здесь есть. У нас есть здесь носки. Так. Тут у нас по факту уже ничего нету. Два патрона. Шиповник. Так, давай смотреть, что нам даст. Так, ничего не даст. Действие. Собрать. Здесь. Носить здесь, собрать. Блин, тем временем у нас голод может так внезапно наступить. Так, давай носить все назад. Теперь идем. Так, давай факел на всякий случай возьми. Смотрим, мы сейчас находимся вот здесь, да? Нам надо вот сюда. Блин, волк нападет с вероятностью 50%. На самом деле, давай. Поищем. Ничего тут нет. Ничего тут нет. Блин. Вот хуже всего. Да нечем отбиваться. Так. Давай лутать. Old McDermott must have hidden that weapon in here somewhere. Ага. Так, старина его спрятала где-то, да? Томатный суп.
хотя бы есть что пожрать. Пыльная банка сгущенки. Уже хорошо. Уже хорошо, уже мне это нравится. Уже есть надежда. Так, у нас день. Это тоже хорошо. Так, еда у нас есть. Так, давай скушаем. Так, 300, 600, 300. 600, но холодно. Давай, ешь. Давай разорвем. Тихо. Так. Стол, стул. Давай. Дрова нам не помешают, так или иначе. Книги. Шкаф. Так, можем даже здесь. Так, давай разломаем. Разломаем. Так. Да и понятно, что тяжеловато, не это. Не парься, нормально. Все будет. Нормально все будет. Ой, блин. Так. I could use this. Шарфик. Шарфик — это хорошо. Так, воду, чтобы не топить, мы сейчас... Блин, я все привык выбирать количество воды. Но это не нужно же делать. Так, вот где ты мог спрятать? Так, побочная линия. Так, найдите, используйте ключи от банковского. Так. Тайник с припасами. Так, свет в ночи. У соседа его стоит отыскать. Это хороший способ. Так, обыскать дом. Обыскать дом. Так, значит, он все-таки в доме где-то. Ну, предварительно мы сейчас попьем. $300, $750. Да, и поедим. Прекрасно. Так. Где может быть пистолет? Кто как думает? Я думаю, мы сейчас тут начнем разбирать все. И, возможно, что-нибудь да найдем. А может и не найдем, может придется искать. Скажем так. А может, он на улице?
Давай посмотрим на улице, что. Так, на улице нет, да? Навряд ли будет. Тогда остается здесь. Вопрос только где? Раз был комментарий, где ты можешь его прятать? Старина. Или, возможно, его просто нет. Давай зажжем. Так, тут нет ничего. Пистолет. Пистолет. Блин, ну, скорее всего, вот этого нет, да? Это плохо. Давай смотреть. Тайники в Милтоне. Свет в ночи. Мы сейчас вот здесь, да? Блин. Ну, наверное, надо будет посмотреть. Может, кто уже находил. Сейчас в соседний дом зайдем, если нас на выходе волк не съест. Тут подвал. Я бы залез и в подвал, если уж на то пошло. Давай ребрейши соберем. Печка мы знаем, где есть. Так. Блин. Ладно, я думаю, мы что-нибудь с этим придумаем. Да, волков боятся в лес не ходить. Хорошая поговорка.
хорошая поговорка. Так. Вот там еще горело что-то. Ладно. По данной теме я информацию поищу. Вот. Переночуем здесь. А с вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока.